Так, сегодня обзор тестера для воды на три вида примесей от китайской фирмы Xiaomi. Вот, значит, в такой коробочке приходит сам тестер. Вот с такой вот бумажкой внутри. Вот, коробочка плотная. Картончик такой нежно-голубой. Вот сам тестер, что из себя представляет. Собственно говоря, карандаш такой вот небольшой. Под колпачком контакты. Такие вот контакты. Колпачок достаточно плотно сидит. С другой стороны, вот его включим. Ноль показывает пока единиц. Здесь у него находятся две батареечки. Так, две батареечки. Значит, попробуем его в действии. Вначале обычная питьевая вода. Питьевая вода. Так, вот он ноль показывает. Так, это не то. Опускаем в воду. Показания меняются на 63, 62 единицы. 62, 63 единицы. Это считается почти чистая вода. Так, как только вынимаем, показания сразу сбрасываются практически в ноль. Ну вот сейчас 7 показывают. Так, попробуем взять чай сегодняшний, зеленый. В зеленом чае показывает примеси на 93 единицы. 93. 93. Вытаскиваем. Сразу показания уменьшаются до 13-15 единиц. Так, стряхиваем и посмотрим еще вот в такой вот растворе сильно соленой жидкости. Опа! И зашкаливают показания. Вот они здесь. Показания даже помножены на 10 видно. А потом вот такие вот прочерки, значит, что дальше он мерить не может, что жидкость очень грязная. Да, вот так вот бывает. Такие вот показания. Все. Вот такой вот приборчик. На этом все. До свидания.